подписчикам и гостям, я Жека, и сегодня мне очень лень вставать с дивана, поэтому сегодня будет рубрика «Магазин на диване». И первый наш лот – это тизин. Тизин – это просто амброзия богов. Это то средство, которое вылечило мне насморк. Оно вылечит насморк и вам, потому что я его уже опробовала на себе. Его осталось совсем немножко, так что спешите купить его всего за 199 рублей. И ваш насморк уйдет как будто по мановению волшебной палочки. Каждый пшик – это определенная доза, и рассчитан он на 60 доз, представляете? 30 доз каждый ноздрю, и пусть там осталось совсем немножечко, но за такую цену, знаете ли, это очень даже хорошо, очень даже неплохо. Вы сможете вылечить свой насморк всего за 199 рублей. О май гад! На экране сейчас появится QR-код, по которому вы сможете приобрести это божественное средство. А также вы можете приобрести его по ссылке в описании. Итак, переходим к следующему нашему лоту. Следующий наш лот – это стакан с энергетиком. Энергетик Байкал кофе лимон. Стакан уже немножко початый, как вы понимаете. Знаете ли, это очень горячий лот, он быстро кончается, и второго такого уже не будет, потому что это был последний мой энергосик. Смотрите, какой стакан, он обладает необычной огранкой, на нем есть пупырышки, на нем есть полосочки, на нем есть вмятинки, и все это вы можете получить всего за 500 рублей. На нем также написана фирма, которая уже давно-давно-давно ушла из России, да, как вы понимаете, и этот стакан сам по себе уже был недоступен для людей, которые не ходили в определенные заведения и которые не заказывали определенные позиции, чтобы получить эти стаканы. Так что можно считать, что это эксклюзив. Всего за 500 рублей вы приобретаете эксклюзив, да еще и наполненный особым напитком. Следующий наш лот — это вот такая вот прекрасная смазка на водной основе. Называется Джо H2O. Для оптимистов наполовину полная, для пессимистов наполовину пустая. Но, как знаете, в смазке это не работает, и тут скорее работает наоборот. То есть для пессимистов наполовину полная, для оптимистов наполовину пустая. Это прекрасный продукт, так как он не вызывает аллергии. Вы можете смазывать им петли дверные, вы можете смазывать им пирожки, вы можете смазывать ими свои ножки, если они не влезают в туфельки, вы можете смазывать ими свои жирные бачки, если они не влезают в новые джинсы или платьишко. Вы можете смазать этой смазкой вообще все, что угодно. Можете смазать этой смазкой свою бабулю, пнуть ее, и чтобы она проскользила просто по полу до кухни. Потому что место женщины на кухне, как вы знаете, пускай она смазывает там эти свои пирожки. Пожалуйста, используйте смазку по назначению. Если это назначение вы придумали сами, напишите это назначение на тюбике со смазкой, тогда можете использовать ее вообще как угодно. Ее нельзя запихивать в те места, для которых она не предназначена. То есть, пожалуйста, не пейте ее, потому что она невкусная. И не мажьте ей лицо, потому что она может быть комедогенная, она может вам из-за того, что в ней находится глицерин, там всякие штучки непонятные, может вам закупорить поры. Конечно, у вас личико будет очень мягкое, шелковистое, но после 1-2 макияжей, так, такой смазочкой, да, вы как бы, наверное, об этом пожалеете. Ну, не факт, конечно, можете попробовать. Просто эта смазка — это очень крутая вещь, и я вот сотни раз предлагать не буду. Я предлагаю просто один раз вам ее купить, потому что это такая разовая акция, я делюсь с вами, вот просто отрываю от сердца, вот честно. Она вот вам выйдет всего 800 рублей, больше половины осталось, больше половины смазки. И эта смазка, вы можете намазаться и пролезать в метро в любой очереди, просто в любой. Если эскалаторы стоят и вам надо вниз, вы можете намазаться ей и просто пингвинчиком проскользить по лентам этим, перилам, понимаете, да? Вы почти тут же окажетесь, просто внизу встанете, отряхнетесь и пойдете дальше. То есть это даже, это универсальный метод передвижения, понимаете? Это не просто там какая-то водичка в бутылочке, это смазка. Вы можете смазать ей машину, вы можете залить ее в карбюратор, вы можете ехать на ней на жопе зимой с горки, и ваша жопа не прилипнет ко льду, понимаете? Это не просто смазка, это супер смазка, это смазка на водной основе, она гипоаллергенная. Покупай, блядь! Но это еще не все. Если вы купите эти три вещи сразу, одним донатом, по этому QR-коду, то вы получите специальное предложение. Во-первых, вы сможете приобрести их по двойной цене, то есть вы платите за три вещи два раза, но получаете три вещи. Понимаете, это выгодно. Не для вас, для меня, но это выгодно. Три вещи по двойной цене. И в подарок вы получаете эти прекрасные капли для промывки линз, для промывки глаз. Их тоже тут осталось. Вот столечко. Вот столечко, да, это очень много. Это очень много для этих капель. Вы никогда в подарок их не получите. Ни в одном магазине. Понимаете? А я даю вам их в подарок при покупке трех вещей. И еще вы получите лопнутый шарик. Вот такой вот. Лопнутый шарик, понимаете, он очень-очень такой упругий, очень резиновый и очень желтый. Вы можете сделать из него еще один шарик. Вы можете использовать его вместо средства контрацепции, вместе со смазкой. Бери сейчас, и ты получишь все это сразу же. Я даже доставлю тебе по Москве. По Москве доставлю все эти вещи самолично. Не придется вызывать курьера. Так что давай, оставляй комментарий в описании. Обязательно скидывай свой донатик. Покупай. На следующей неделе мы посмотрим, что я еще смогу оторвать от сердца и предложить для вас. Это просто какой-то подарок судьбы. Вы даже не представляете, насколько сложно мне с этим всем расставаться.
одного магазина на диване вам не дадут столько, сколько дам вам я. Покупайте. Всем хорошего настроения. С вами был магазин на диване Джет. Всем удачи. Всем денежек. Всем хороших покупок. Всем пока.